Новшества подождут. Внедрение в Одессе электронного билета откладывается на неопределенный срок. Процесс тормозит антимонопольный комитет, заявляют в мэрии. Сейчас горсовет ожидает ответ на новый запрос с требованием сформулировать еще раз конкретные претензии к конкурсу, в котором участвовала лишь одна компания и ставшая победительницей. Хотя, по словам директора городского департамента транспорта, конкурс изначально провели в соответствии с законом, а решение конкурсной комиссии приостановили именно сейчас, а не в момент первой претензии от АМКУ из-за ЕБРР. ЕБРР, они и так подтвердили, что для того, чтобы они изучали вопрос по электронному билету, им нужно понимание там антимонополии. Я их понимаю, это как бы европейский подход. Но антимонополия ничего не говорит. Отсутствие согласования с Европейским банком ставит под угрозу срыва многомиллионные инвестиционные проекты. В АМКУ заявляют, сейчас ведут переговоры с мэрией. В частности, комитет истребовал у признанного победителем конкурса инвестора финансовую документацию. И горсовет старается следовать рекомендациям ведомства. Напомню, конкурс прошел в январе. Единым городским оператором общественного транспорта было признано ООО «Одесская городская карта». Рекомендація на сьогоднішній день виписана, вона є діюча, яка на сьогоднішній день заблокувала роботу міської ради. Мається на увазі не просто міської ради, а рішення. Тобто, якщо депутати проігнорують і приймуть рішення без врахування тих рекомендацій, тоді я відкрию справу.